щелки просятся наружу. Тишина, нахуй. Внимай. По нулям. Ветерок, да, свою работу сделал. Вот это ветра те были. Так самое главное, слышь, там же отломала ветку и вышел ушки, там же ветка была. Да не матом ничего бесполезно. Уже повылазили. Да тем более жарко, когда на литках вы сидели. Это третья получается, так? Никого нет дома. Еще одна тут осталась, да? Белорусская обезьянка Сашка. Да, что-то в этом году тут. Тут тропинку, я гляжу, вытоптали нехилую. Может, карасика уловить, глубина тоже, видишь, порядочная. Так вот тут и глубоко будет. Мелочок какая-то плавая. То надо было брать удочки и червяков. Да попробовать. Ну видишь, там вначале мельче, а тут глубей. Тут только нижний леток. Но. Не видно? Не видно так. Да не видать. Да ну жарко, как они по ледку ползали. Да, пусто видать и тут. Все попадания, блядь. Тут до дна вылезла. Ну тут тоже нижний леток, так верхнего нету, так может быть и не видно. Они уже вылезли. Да, пусто и тут.
Я всех приветствую. Прибыли на дальний кордон. Место старого пасечника. На уловистые дубки прошлого года. В этом году тут немножко послабже. Несколько ловушек проверили. Полная тишина. Нигде, ни в одной ловушке никаких движений. Вот такое вот поле причекали по этому году. Шикарнейшее. Колос налит и наливается уже зернышко. Впереди два очередных дубка. Прямо по курсу и немножко левее. Потом еще немножко дальше переедем. Очередная ловушка. И здесь тишина. Не видно. Тук-тук, кто там, да? Тишина полная. По нулям. А что на этом дубе? На этом вообще не увидишь ничего. Уже ежик в тумане. Тут уже ежик в тумане, даже и мобильниками не видно. Да? Это там только один нижний литок, да? Да нет. Дядя. А, ну, хоть одна ловушка сработала. Надо идти тогда за лестницей. Да. Так можно? Закрывай эту самую крышку. Я тогда на верхнем только буду сидеть. Богато ползай. Трошки попырскал, подожди, чтобы на это самое. А тут она может же кем-то будет сидеть на месте там. Зашли? Она упала лично. Опа. Закрыл? Угу. Там глядите это с этих самых, там шурупов будет несколько штук. Я прикручу. По-моему, вот эта вот палка, что прикручена снизу, так, подставка. Снизу там прикручивал. С этой, с лицевой стороны. И оттуда вот там где-то тоже. Вот сейчас тут... Держи прискалку. Сейчас, обожди. А? Легкая? Вот так.
Ну, что нам скажет липка? О, видишь, тут еще цветет полным ходом. Даже шмель остался ночевать. Да. На липе, о. Это все помощник или это уже будет я. Не, она только-только распускается. А, так все, вон цветки даже не распустились. Ну, а тут вот по краю так зацветает. Вот это все зацветает, где, да? Да. Ну, это же копьянище так. Ну, видишь, а в городе отметало уже. Так не видно. Так не видно. Залезь. Нема? Жахнули. Ну и что такое распускаться? Для чего? Вот это у телефона, блядь, до сих. Стоит аж тут. Там же нема это вообще такие блять. Так загонишь сейчас водичкой попышкать. Держи шурупан под мышкой. Пойду я вода где. В рюкзаке. Они уже сидят, наверное, давно, блядь. Ты так и на боки ставил или нахилилась так? Мотыльки в камеру попадают, так интересно. Мотылек в камеру попадает, так интересно. Блядь, не важно. Ох, их тут, блядь. Сидеть я ебу. Кипиш подняли. Дождик пошел. Тут сильнее, сразу чекай. Поперли. Хороший райок. И мне он позади даже литок повыжидали. По краю. Ага. Ловушка. Да уже чего? Завтра раскрутишь. Все, погнали. Погнали на волю сделки. Может, ты откроешь? Да. Ух ты. Что, запалец мой? Не. Рвануло с низкого старта. Или только один, таким тут жарко. Ну. Все, хорош.